Сегодня в Москве в Центральном доме литератора простились с легендарным человеком, которому принадлежит фраза «Поэт в России больше, чем поэт». Евгений Евтушенко скончался на 85-м году жизни. Он часто бывал в Самарской области на знаменитом Грушинском фестивале. Каким запомнили Евтушенко истинные ценители его творчества? Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти. И без смерти не жду. Неоднозначный, эпатажный, дерзкий и безгранично талантливый. Евгений Евтушенко – это целая эпоха. Родился в 1932 году в Иркутской области, выпустил десятки сборников стихов. Евтушенко публиковался в Европе, Америке, был в опале у Хрущева. Режиссер, сценарист, актер, обладатель государственных премий. В 1991-м уехал жить и работать в США. Ну а России никогда не забывал. В июле, как правило, был в Самарской области. Грушинский фестиваль – это мой самый любимый свете, самый лучший, не только в России, но и на земном шаре. Это было в прошлом году. Он собирался в Самару и в этом, и в следующем. Он любил жить и творить. В 2016-м только по дороге на Грушу написал два произведения. И еще одно на самой поляне. Его стихи на гала-концерте зачитывал Николай Иванович Меркушкин. Наша Груша душой волжанка, но парижестей, чем парижанка. И поет наша Галя Хомчик, словно будущего колокольчик. Именно ему принадлежит фраза «Поэт в России больше, чем поэт». Он писал на разные темы – любовь, дружба, природа и, конечно, о Москве. Просил учить историю и любить родной язык, свою страну и друг друга. Здесь, на Грушинском фестивале, как говорил сам поэт, он наслаждался творчеством и отдыхал душой. Я считаю, что такие вещи, вот как этот фестиваль, да, кстати, набирают, да, огромное. Здесь нет пошлости. Я серьезно, я слушал, да, наслаждался. Да. А сама тема, да, сама суть фестиваля, да, сам Грушин Валерий, да, подвиг, да, сам пример какой, да, да. Его однокурсники, товарищи сделали, инициировали этот фестиваль, да. Сама вся история, она очень-очень полезная и нужная сегодняшнему поколению. Очень нужная. Очень, да. Спасибо вам, да, что это понимаете. Да. Очень, да. Вот. Спасибо. Ведь он... И Лавров это понимает. Да. Да. Вы знаете, как он поддерживает. Да, 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 да. Евгений Евтушенко был кумиром нескольких поколений, любимцем миллионов россиян, главным советским сердцеедом и страстным футбольным болельщиком. Сердце поэта остановилось на 85-м году жизни. Простились с Евгением Евтушенко не только в США, но и в столице России, в Центральном доме литераторов. После панихиды, как сам пожелал того поэт, его похоронили в Переделкино, рядом с могилой Бориса Пастернака. Быть бессмертным не в силе. Но надежда моя, если будет Россия, значит, буду и я. Спасибо.